Итак, дорогие друзья, всем привет! Я безумно рад приветствовать вас у себя на канале Andrius Crypto News. И как обычно, что-то будет для вас полезно, что-то вы можете подчеркнуть даже для себя. Но прежде чем я начну, хочу именно вас попросить подписаться на канал с колокольчиком. Не забываем нажать кнопочку «Для всех». Это поможет в дальнейшем вам не пропустить новые выпуски на этом канале, которые также пригодятся вам, и что-то вы узнаете для себя. И а также это поможет каналу, собственно, в развитии, что немаловажно и, конечно же, интересно мне. А для вас это не составит вообще никакого труда. А теперь поехали. Ох, XRP, XRP, совсем недавно киты переместили огромнейшую сумму XRP с одного источника в другой. Что это может означать? Вы понимаете слово киты? Это магнаты, очень большие люди, которые могут ворочать невероятно большими средствами. То есть для них 1, 2, 3, 10 миллионов XRP – это, мягко сказать, обычная торговая операция. Я торгую сейчас на 500, 1000 XRP. То есть для меня 1 миллион XRP – это больше 1 миллиона долларов. И, естественно, сумма, которая не может у меня быть в принципе, потому что это невероятно много. Однако это все-таки дает нам повод на то, что будут изменения уже в скором времени. Все советуют покупать. Однако я хочу предостеречь, что прежде чем принимать какое-то решение, вы должны хорошенько обдумать ту или иную ситуацию. Потому что все-таки здесь я вижу, что может быть просадка. Вы можете купить здесь по доллар 17 или же приобрести по доллар 5 центов, что возможно и будет в данный момент времени. Просадочка, вероятно, и с хорошим шансом. То есть это же, конечно же, будет плюсом для вас, если вы ее приобретете по максимально низкой стоимости. И вот, таким образом, в дальнейшем, когда криптовалюта поднимется на достаточно высокую отметку, скажем так, в течение 2-3 месяцев ожидается разница где-то в 50-60 центов. То есть XRP может реально подняться до доллара 70, доллара 80 центов. То есть с продажи вы заработаете хорошую сумму. Но опять же, вы можете зарабатывать на этих разницах, на самих конвульсиях, когда криптовалюта стоит доллар 18, а вы ее продали за доллар 19, то есть разница в 1 цент, но при достаточно хорошем торговом счету будет иметь для вас хороший объемный показатель. И таких сделок вы можете делать хоть 10 штук. И если вы даже будете увеличивать свой счет на 1% в день, и в месяц для вас это будет 30%, то есть портфель, сумма вашего капитала увеличивается на 30%. То есть, если это 10 тысяч долларов, то у вас уже будет 13 300 долларов. То есть, 3300 долларов – это уже довольно чистая прибыль для вас. И в этом плане торговля, конечно же, является огромнейшим плюсом, преимуществом для тех, кто хочет и готов разбираться в графиках, в аналитике, смотреть сигналы и постоянно изучать новые новости, быть в курсе каких-то важных событий, которые в дальнейшем могут произойти. И если вы уже знаете наперед, что будет, для вас этот сигнал будет иметь золотую прибыль. Поэтому эти видео, соответственно, пускай несут довольно теоретический характер, но вы уже через них можете заряжаться и понимать, как вам действовать, чтобы теорию переводить в практику, как и я. Долгое время я смотрел, присматривался, пока уже не начал торговать. Для меня лучше не совершить сделку вовсе, чем совершить сделку, которая будет иметь для меня негативный характер. Всегда думайте головой, прежде чем что-то сделать.
А также Fiat XRP это уже, однако, разрушение. $500 XRP не будет стоить на нашей памяти, на нашей жизни, это однозначно. И в этом поспособствуют другие некоторые нюансы. В общем, киты сейчас на этапе войны. И я считаю, что нужно двигаться дальше в зависимости от ситуации. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно ставим лайк, если видео понравилось. И делим этим роликом в социальные сети. Поможем каналу в развитии. Ну а теперь же, что же так сказать? До скорых встреч. Пока.